наш учредитель – Департамент спорта города Москвы. Вместе к новым победам! Ну, уже практически истекло время основное время этого матча. Петр Двореченский уже со свистком во рту стоит и дожидается последней атаки, последнего удара. Да, чертановцы одерживают свою первую победу на этом турнире со счетом 1-0. Они выигрывают у московского «Динамо» в финальном матче за 15-е место. Компания «Диаспорт» помогает развитию детско-юношеского футбола. Наш партнер – футбольная академия «Чертаново». «Диаспорт» – это футбольные поля под ключ. Звоните, и назвав кодовое слово «Чертаново», вы получите хорошую скидку. Наш партнер – Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы».